Я снова на бордвок, начал опять за змея. Остановил прежнее видео, потому что у меня было оно слишком длинным. Потом качать длинно, долго ее закачивать. Надеюсь, что снялось. Если что, завтра опять приеду. Только на байке так можно заехать. Когда здесь этот высокий сезон, когда много людей, то они тут запрещено байкам после 9. С 6 до 9 только можно утра. И кажется, может, вечером какое-то время, я не уверен. Но вот с какого-то, с 3 сентября уже сняли это. Доски как шелестят, да? Если центр держат, то вроде нормально. Куча ресторанчиков кошмарная. Если мужик мне точно сказал, то это 26 кварталов продолжается этот бордвок. С 1 по 26. Я, в принципе, еще дальше 1 проехал. Самое главное потом найти машину. Классно. Holiday Inn. Люди зависают, а мы не можем, мы на байке.
на байке не позависаешь. Байк пьяные личики не любят. Надеюсь, на гвоздь какой-то не напорюсь. Все-таки люди целый день ходят. У меня покрышки толстые, но все равно. Колес, под стук колес. Было впечатление, что я доезжал до конца в прошлый раз. Нет, не доезжал, а доходил. Тут этого не похоже. Что-то не то. Тоже песок. Точно, 27-я стрит. Так мне сказали, с 26-й. Сейчас разворачиваемся.